Добрый день! Меня зовут Наталья, я эксперт по уборке. Тема выпуска – как убрать всю квартиру за полчаса. Я хочу дать вам маленький совет. Если вы ежедневно будете тратить на уборку 20 минут времени, то не придется вам все выходные стоять со шваброй. Нужно составить четкий план действий, на выполнение которых отведите определенное время. Во-первых, убираем все лишние вещи в коробку, а разбираем их тогда, когда у нас появится свободное время. Дальше начинаем пылесосить пол, мягкая мебель, коврики. Далее мы протираем пыль. Для этого берем специальную салфетку. Зеркала замечательно отмываются, если использовать специальное средство для стекол, сгон и микрофибру для полировки. Далее переходим в прихожую. Чтобы ваша прихожая всегда оставалась чистой и аккуратной, у вас под рукой должны быть необходимые предметы. И пластиковый поддон, который можно приобрести в любом хозяйственном магазине. В дождливую погоду он будет нам кстати. Прежде чем помыть пол, нужно его тщательно пропылесосить. Пристальное внимание мы уделяем коврику преддверному и тумбе для обуви. Пол, как и везде, мы моем специальным средством. В ванной протираем зеркало, оно более склонно к загрязнению. Этому способствуют разные факторы, такие как влажность, брызги воды, зубная паста, лак для волос и так далее. Также моем раковину в ванной. Для этого используем кислотосодержащее средство. Краны в ванной моем не только сверху, но и по бокам. Для этого используем микрофибру, а также старую зубную щетку. Вот так быстро можно навести порядок в доме перед приходом гостей.